Влез на новой технике. Область закупила автомобили для региональных лесничеств. Торжественная церемония вручения лесничим ключей от новых внедорожников прошла перед Белым домом. Всего машин 54. Помимо стандартных «Шевроле Нива» и «УАЗов», охранникам природы подарили маломобильные комплексы для тушения небольших пожаров. В такую машину помещается бочка на 500 литров, мотопомпа, чтобы качать воду, и все необходимое оборудование. Ключи сразу от 4 автомобилей получила Заречное лесничество. Оно контролирует 95 тысяч гектаров леса. 2/3 из них граничат с Московской областью. Следить за территорией приходится в ежедневных рейдах. Даже при хорошем таком отношении машины хватает на 5-6 лет. Потому что постоянно леса, лесные дороги, постоянно патрулирование в лесах. У нас 6 машин на 10 участковых лесничих. Из 6 машин 5 машин полностью самортизированы. Практически на них работать уже нельзя. И сейчас вливание этой новой техники как никогда и появилась большая поддержка в нашей работе. Последний раз обновление парка техники для лесных хозяйств было в 2008 году. Большинство из тех автомобилей уже мало пригодны для работы. На покупку этих машин ушло 37 миллионов рублей. Теперь технику хотят обновлять ежегодно. Тем более, по словам губернатора, у департамента скоро появится новый начальник. Напомним, это кресло пустует уже полгода после того, как прежний руководитель Альберт Андреев написал заявление по собственному желанию. С 1 августа выходит новый начальник департамента. Как-то не везет все, потому что и непростая эта сфера, и они знают, что она непростая. И черные лесорубы еще присутствуют, и вырубается лес не тот везде, где нужен. Поэтому мы наводили порядок и будем вместе наводить порядок. И решение по технике – это одно из ключевых.